Привет, друзья! Вот мы находимся в Центерпойнте, в магазинчике, в Джимми Молли. Это Эляйн. Эляйн – город, в котором мы живем. И вот Наташа в прошлый раз увидела какой-то прикольный пиджачок черненький. Я не помню уже какой. Она посмотрела цену, поняла, что дорого. Потом посмотрела в интернете, поняла, что недорого. Сейчас вернулась. Ну, сейчас ищем этот пиджачок. Попробуем его прикупить. Так, где Наташа? Тут всякие, конечно, одежки такие уже там бывают по распродажам. Вот, допустим, одна за 59, две за 99. Ну, прикольные такие кофточки. Неплохо мы этот магазин уже показывали в одном видео. Когда мы погуляли-погуляли, ничего не купили. Вот кофточки по 79. Вот Наташа ищет пиджачок. А пиджачок из чего был? Из какого? Я забыла. Лен? Чи что там было? Лен, такой лен? Как я сказала, Наташа подумала, что дорого, потом поняла, что недорого. Вот такого типа, да? Смотри, а это что? Ну да, он вообще, ну похожий, прикольный. Давай снимай, посмотрим. А ну, положи, наверное, сумочки все. Видите, снова мы с карифоровскими сумочками, потому что сумочки стоят дорого. Эмираты борются с пластиком. Пластика все равно много, но вот сумочки... Сумочки платно. Вот это вот классный пиджак. Слушай, а тут это вот мне даже такое нравится. У даже. Моего размера нет. Есть 12. Ну вот прикольно, прикольно. Цвет такой классный. А ну. Это он же. Это он. Только другой рейд. Это 179. 179. А ну. Вообще, ну, он цвет прикольный. Не знаю, как вам, народ. Но он немножечко все-таки такой... Он сейчас зеленее. На самом деле он яркий такой. А вот женщина в таком же пиджачке. Ну, прикольно, Леон, прикольно. Полистер. Так, подожди, Наташ, покажи наклеечку, чтобы было 56 видно. 56 лена. Лен, полиэстер, что еще есть? А как это 80% и 56? Вижу. Это подкладка имеется в виду? Не знаю. 20 хлопок. Как это понять? Непонятно. Или я что-то пощупать вижу? Дайте, пощупать. Нормально, вроде приятное на щупальце. Ну что? Одежь черный. А, то есть ты все-таки сделан, тебе просто понравился. Ну, ты хочешь черный, не, да? Я увидела просто пила. Может, еще какие-то. Ну, прикольно. Ну, вот 179. Ну, там, ты, по-моему, платьишко сбила немножко. Ничего. Плохо висит. Ничего. Так, это что у нас такое? За 149. А ну, приложи к себе. Платье. Платьишко. Вот платье цвет халат. Такой. Слушай, тут цвет какой-то голубой в камере. На самом деле да. Он зеленый. Ну... Интересно. Зеленый состоит? Ну, вот пиджачок реально яркий. Я сейчас, наверное, тоже его померяю. Мне этого не нужно, но я просто хочу померять. Ну, реально прикольный. Блин, народ, цвет классный вообще. Супер. Молодец, Наташа. Всегда поднимает платьишко. Так, ну давай, Ромашка. Примерка пиджачка, как футболисты показывают. Здесь фамилия. Ольга Романова, училка физкультуры в Эмиратах. Ну-ка, пиджачок. Слушай, а кажется, что темнее, да? Как... Скажи, он темнее. Темнее, кажется. А в жизни он не такой, ну, темный. Здоровый большой, да? Ну, конечно, ты же размер, мой размер одел. А. Как бы, предположительно. Хотя я думаю, что у меня больше размер нужен. Куда ты пошла? Вернись. А найди мне другого цвета. А? Другого вот цвета найди. Даже черные висели в прошлый раз там. Идем посмотрим. А вон чур. Вот они черные, вот они. То, что Наташа хотела. Вот этот пиджачок Наташенька хотела. Вот он. Как черный плохо снимается цвет вообще. Да, плохо передается. Он, слушай, всегда плохо. Ну, давай стану вот так вот. Не, не видно. Нет. Надо идти мерить. Я в примерочную хочу. Сейчас я хочу в примерочную, покажем вам примерочную. А возьми мне, пожалуйста, а ну найди мне 12 и 14, если есть. А вон. 10. Вон. Не смотри на это, на бирку. 12. Вон 12 я уже вижу, еще, да. Еще? И дальше вон 14. И 14. Да, 12 и 14, четенько. Давай посмотрим. Сейчас пойдем в примерочную, покажем, да, вам примерочную. Это он тот тоже. Вот реально черный вообще так тяжело снять. Он как будто бы его нет. Ну, он есть, но такой. Мы пойдем в примерочную, может, там будет лучше, интереснее, и покажем тебя в примерочную. Давай. Все, народ, ставьте лайки, перемещаемся в примерочную. Пока шли, Наташа еще штанишки нашла себе за 79, а ну дай-ка я отойду. Сейчас отдалю. Кроп-флэр, вот. Что это такое? А? Кроп-флэр. Кроп-флэр, не знаю, может, какой-то вариант. А это по 79, а эти такие 59. Прикольные. Это 59? Да. Ну, так нормальные тут скидки вообще. Слим чину якесь, чайн, слимчану. Слимчану, а что-то... тут кроп-флэр. Ну, это интересно. Форма какая-то. Это, наверное, какие-то, да, формы, размеры, модельки. А тут клюш внизу. Теперь. Все, вот уже и пиджачки взяли Наташе померить. В общем, идем одевать Наташу. Смотрим. Еще футболочку за 19 нашли. Смотрите, как Кению напоминает. Wild Spirit. Дикий дух.
Вообще, как мы посмотрели, весь стенд 19 стоит, да, недорого. Тут размерчики, извините, все XL. И вот пошли, вот XL 16, 20, 28. То есть, ну, маленьких размерчиков это нет. Для больших размеров. Для больших девочек. А так бы, конечно, взяли бы на подарочки. Так, ну, первая у нас футболочка. Ну что, как? Не знаю. Это такая, ну, вообще как рисунок вот здесь вот смотрится очень прикольно. Видео можешь посмотреть потом. Прикольно смотрится рисунок. Футболка, она такая большеватая, но она такая как просторная, знаешь, вот. Не знаю. Ну ты будешь жрать и дали. Ну, 19 дирхам как бы нормально, меньше 5 долларов или 5 долларов где-то. Ну, не знаю. Сейчас, конечно, 5 долларов деньги приличные. Раньше за 5 долларов на Шри-Ланку и не купить футболки было. Так что, не знаю, вон уже Наташа уже все оборудовала. Сейчас будем решать и все остальное мерить вместе с вами. А вы пишите комменты обязательно. Я напишу. Тут Наташа кричит, что не хочет это показывать. Интересно, нет, что Наташа не хочет показывать. А, брюки? Печально называешь. Тем более вот эти клюшки. Ну да, что-то. Тут что-то в облипочку, тут что-то клюшки. Непонятно, что это такое. Это за 79, которая, да? Да, ну давай тогда померь, то за 59. Я купила немного легче, но они такие... Тяжелые? Вот сильные, да? Тяжелые, да? Думала, то легче. Есть в Эмираты в жару не сильно походишь, да? Нет, ну ходить там можно вообще. Понятно, давайте следующее. Итак, что у нас очередное? Что-то другое интересное, прикольное, брюки, я так понимаю. Мне нравится этот узелок у тебя, это самое лучшее. Что в этих брюках и футболочка с тигром. И, слушай, тигра бери, тигр прикольный, реально. Нет, даже если больше размера, то... А теперь пиджачок на это все, давай. Полирнем пиджачку. Так, давай. Одеваем пиджачок на это. Зелененький. И будет очень круто, мне кажется. Да, в камере он какой-то темный. А здесь он очень светло-зеленый, честно, не знаю. Ну, выйди, покажись. Ты напоминаешь, знаешь, такого нового русского из 90-х, такого в зеленом пиджаке. Читай по губам. Слухай, а у меня питание. А это просто декор. Пуговицы. То есть он не застегивается, это как кардиган, ну, типа... Типа, да? Ну, пояском подпоясать. Пояском подпоясать и это. Зачем? На шею еще? Ну да. Петелечку. Так. Нет. Ну да, давай черненький померяем. А, слушай, эти... Давай это карман. Карман тоже обман или это есть карман? Нету. Нету карман. Зашиты. Зашиты. А, есть, но зашиты. А, хорошо. Так радостно душа. Так радостно в душе. Ну, давай черненький. Давай одевай свои нормальные черные брюки, в которые ты сегодня пришла. Нормальные. Да, нормальные. И черные пиджаки, за которым мы и пришли, в принципе, там. А ткань, кстати, хорошая. Ткань хорошая, это джинсиков, да? Легкая. Ну, видишь, как бы модельки какие-то странные получаются у них. Они не странные, просто тут шьют на каких-то... На каких-то людей, я не понимаю, на кого это шьют. На кого-то шьют. Итак, пиджачки. Именно то, зачем мы пришли сегодня. Ну что, прикольный? А вот темноватый могу... какой-то. Можешь стать вот сюда вот? В такое это вот. Это черный цвет, тяжело. В белое место. Вот я не могу понять. Вроде тот, сейчас еще 12-й померю. Да? Тот вроде как маловато. Это 14-й? А это как, по плечам тут нормально? Ну, не знаю. Не мой рост. Да, что-то такое. По плечам вроде, ну, может, чуть-чуть больше. Он так вроде нормальный. Так он 179 стоит, да? Да. 179 пиджачок. Угу. Так, ого, вот ну, так. Подожди, да, это... Когда ты смотришь вот в зеркало, хорошо было видно, четенько. И что там, что хочешь показать? Состав хочу здесь посмотреть. Давай. Что у нас за состав, показывай. Да, если бы я видела, сейчас ага. Ну вот он, флеш калифоровский, что у нас? 56. Видишь, что? Тут другой состав. 56 лен, 44 вискоза. 56 лен, 44 вискоза и... Да. А
тут вот, опять 80 полиэстер, 20 хлопа. И подкладка 80 полиэстер, 20 хлопа. Наверное, просто музыка так играет, что плохо слышно. А, там, наверное, там тоже есть 56, наверное. Я думаю, что нет, там такой же. Так, по-моему, они одинаковые. Давай 12. А то, что там мы пришли за это, да. За футболочкой сейчас. Ну, футболочка с тигром, да, однозначно. Футболочка, футболочка офигенительная. Привет, это я. А вот Наташа уже одевает пиджачок. О, а ну как? Наташа уже одела пиджачок. Ну, этот, не знаю. А что он маленький тебе, нормальный вроде? А ну, встань вот тут, пожалуйста. Вот сюда вот давай. И шаг назад. Он не застегивается. И шаг назад. Вот так вот. У тебя еще так хорошо в зеркало видно вообще. Вот так прикольно. Вот так вот и снимайте, народ, видео своим подружкам. Потому что очень удобно. Сейчас Наташа посмотрит и поймет, это классно или нет. Да-да, вот он вот хорошая, хорошая, мне кажется. Вот. Ну, не знаю. А что, он не маленький? По-моему, хороший. Чего? Мальчик. Ну, как вы думаете, вот? При Наташе там должно быть, по идее. Я думаю, надо больше двигаться. Да, надо больше двигаться, однозначно. А так-то и... Ну, что? Ой, а что, мужчина? Мужчина. Ой, мужчина. Мужчина зашел к своей женщине, прям вот там вот зашел и закрылся. Даже не знаю, что делать. Вот мальчик стоит, ждет родителей. Мужчина зашел. Вот так, народ. Мужчина даже зашел померить что-то с женой в раздевалку. Прикольно. Да. Так что, ну что, ну, мы за ним ехали. Давай пиджачок надо брать и однозначно надо брать футболку с тигром. Футболка с тигром – это улет. Приятно. Да, приятно. Черный цвет я люблю. Сейчас еще раз покажу. Нас здесь, привет. И Наташу покажу. Ну, Наташа еще шажочек назад, дай людям полюбоваться. Ну, да, я думаю, что да. Это мы в галерее Казимеш тебе выбирали, да? Кстати, в Киеве такой же магазин есть. Да. Я еще тогда удивлялась на коробке, там разные цены, и в гривнах тоже цена была. Так что в Киеве, наверное, закажется. Да. Надо было дома купить. Но откуда ж мы знали? Вот. Да, так что взяли в Польше, когда они уже улетали из Дубая обратно. Ну что, ой, из Дубая, из Кракова в Дубай. Да. Да, нужно брать. И футболку с тигром тоже. Итого где-то 200 дирхам шопинг сегодня. Так что, ну, в принципе, нормально. 179,19. Я понимаю, что это даже цены, это даже для Украины цены, в принципе. Ну, даже сейчас это не очень большие, но для меня все равно это много. Ну, раз в зеленую луну, надо себя побаловать. Согласны? Все, берем, ставьте лайки, пишите комменты. Все. Всем пока, всем добра, всем шопинга. Наташа даже пиджак отпарили. Мы его купили, попросили отпарить пиджачок. Да. Все, Наташа уже... О, сейчас хорошо видно, четенько в пиджачке. Что красота отпарили? Какая. Все. Да, так что все. Люкс. Довольно люкс. Идем дальше гулять. Мне штанишки мужские нравятся. А, тут в мужском отделе штанишки. Ну, Наташе понравились. Ну ладно уже, народ. Пора уже гулять в другое место, наверное. А сколько уже? Останавливает Наташу от шопинга. 79. Сколько? 79. Ну, дорогие штанишки. Ну, классно. Прикольные. Ого, карманы какие. Все, Наташа в отпаренном в пиджачке. Вы нам лайки, комменты. Пойдем гулять. Все, всем спасибо, всем хорошего дня и настроения. Пока.